Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo IQ U5X, и сейчас я покажу вам, как открыть настройки разработчика на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система», вернее не «Система», а «О телефоне», и выбираем здесь «Информация о программном обеспечении». Далее видим номер сборки и нажимаем на него несколько раз. После чего вводим пароль экрана блокировки. И нам пишут, что мы стали разработчиком. Теперь выходим обратно в настройки и переходим в раздел «Система». И здесь у нас появляются параметры разработчиков. Можем зайти сюда, ознакомиться с настройками, которые тут имеются. А если вы захотите отключить данный раздел, то просто убираете галочку вот отсюда. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.